Всем привет! Представляю анонс и дату выхода третьей серии сериала «Жизнь по вызову». Ранее мы увидели, как Мэджик пытается узнать, кто вел запись с тайной встречи банкира с эскортницей. Градо недоволен, что Юшкевич не хочет отдавать ему тендер и угрожает расплатой. Юшкевич в ответ направляет все силы Семенова на поиск железного компромата против Градова. Ружинский хочет приручить Мэджика и придумывает хитрый план. Настя и Шмидт в поисках Павла обнаруживают его мертвым у себя в квартире. Семенов узнает о смерти Павла и тут же приезжает в его квартиру, где и находит Настю. Мария получает компрометирующую запись своего босса. Шмидт сильно переживает из-за смерти дочери. Премьера третьей серии сериала «Жизнь по вызову» состоится 6 сентября на Кион.